25 августа мы приехали в город Боровск, чтобы сплавиться там по реке Протве на катамаране, переночевать в съемном коттедже, а на следующий день отправиться в Альтамир, самый большой этнографический парк в России. We'll be right back.
катамаране 6 километров, мы остановились пообедать в монастырской чайной. Звонит, назови. Неизвестный. Дай сюда. А? Я думаю, что это не он. Греби мне, говорит. Ты что-то не врубаешь. Там вот туда выйдет или сюда? Мы смотрим. Мне кажется, что направо. Тоже кажется, направо. По-моему, там тупик, да? Нет, вот дом бы как раз. Да. Вань, давай. Греби. До чайной мы проплыли 6 километров, а после чайной до финиша 4 километра. Всего 10 километров. Мы, конечно же, искупались.
Ужинали мы в кафе «Дружба» в центре Боровска. Позавтракав, мы отправились в Этномир. Здесь, на площади 140 гектаров, представлены архитектура, национальная кухня, ремесла, традиции и быт практически всех стран мира. Всем пока!